У жителей и гостей областного центра остались только одни выходные, чтобы увидеть уникальную программу «Итальянские клоуны». 6 и 7 июля на манеже Тверского цирка состоятся заключительные выступления, которые завершают нынешний сезон. «Итальянские клоуны» — это грандиозная международная программа под руководством заслуженной артистки России Марицы Запашной. Артисты этого яркого циркового шоу — обладатели большого количества наград на мировых цирковых фестивалях. Здесь каждое выступление вызывает искренний восторг зрителей. Акробатические номера, кавказские овчарки, очаровательные наездницы на верблюдах, которые буквально врываются на арену с номером «Корабли пустыни» под бурные аплодисменты зала. И еще одним гвоздем программы является один из лучших клоунов в мире — мастер смеха из Италии Адамс Форначари. В России он с большим успехом работает уже 2,5 года. Упустите шанс насладиться этим поистине красочным и веселым шоу. Программа «Итальянские клоуны» на арене Тверского цирка завершается 6 и 7 июля. Спешите приобрести билеты. Информация по телефону 32 14 29.